А перед началом данного видеоролика не забудь подписаться на канал, поставить лайк и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. Поехали! Итак, ребята, всем привет, с вами Тимоха Домино, сегодня играю на сервере Amazing Roleplay 1, все ссылочки в описании. Я играю на своем твинке Нил Кеннет, и у нас выпался довольно-таки блатной айтишник. Надеюсь, это нам будет к удаче. В этой серии, ребят, я устроился дальнобойщиком. Вот, на Тимохе Домино 31 скилл, а здесь нулевой. И я просто хочу разобраться, что же интереснее, тягач или газон? Ну, ребят, все что-то жалуются, ой, газон такой плохой, хотя он быстрее, чем фура. Я не пойму, почему люди жалуются, ладно там газель, ну, блин, газон. Ребят, ты... У меня сейчас под окном проезжал вот точно такой газон, как мы сейчас будем брать. Я выключил запись, потому что он едет, гудит своим дизелем. Вот, короче, ребят, берем сейчас газончик и попробуем разобраться, что же будет круче, газон или, например, Скания. Ну, естественно, что Скания круче, потому что мы за ними за всеми скучали. Вот, ребят, смотрите, прям же скилл. Вот вам, нулевой скилл, 0 рейсов. Берем. Так, газ, первый уровень. 800 рублей аренда. Не помню я таких времен. Эх, не помню. Ну, точнее, помню. Так, хлеб. Окей, у нас хлеб. Кстати, машина по внедорожью прет вот прям, ну, очень-очень. Турбодизель. Сильное заявление. Вот, ребят, машина гонит 75 км в час. Для того, чтобы вы понимали, обычная фура, гляньте, сливается еще так. Обычная фура, там, Интернационал или Скания, они едут по 70 км в час. Но люди жалуются, то, что этот газон неповоротливый. Ребят, это вам не Бентли, это вам даже не ТАСС, чтобы он был поворотливым и вертким. Вы, блин, дальнобой, давайте учитесь нормально ездить. Че вам давать, блин, только суперуправляемые машины, ё-моё, или как? Вот, я считаю то, что газон это достойная машина вообще для первого уровня, то есть очень даже достойная, ну прям вот супер очень достойная машина. То есть вы на ней катаете до 5 скилла, дальше вы пересаживаетесь на газель. Ну я считаю то, что газон куда интереснее газели, вот куда интереснее, вот ну 100%. И мне он действительно нравится больше газели, тормоза что-то, знаете, как у Range Rover. Вот. Гляньте, какая шаха, поехала вообще сасная. Все, едем. Возможно, он не такой поворотливый, но могу сказать, что он... Самый проходимый из всех автомобилей. Вот сейчас надо пересрать мне опять работу, да? Нахера подрезать? Вот сейчас вы реально опять ПС, опять здесь на мосту, вы что гоните? Вы... Окей. Ну, конечно, на хорошее начало рабочего дня. Но это не точно, ребят. Просто надо ехать по встречке, потом, когда за нами, то есть, опа, давай, Волжана, блин, ну почему она не попала в этих ментов? Да уж, давай, нам надо с моста свалиться. А, нет, сейчас мы просто сломаемся и все. Ебать, блюдки. Да уж, еб***ь расы. Так, срочно надо кал. Механик, чини срочно. Еб***ь, пи***ь, вы чё, охуели? Еб***ь, чё стрелять, мда. Еб***ь, даун, сука, вы видите, блядь? Еб***ь. ЖБ. Да. Какие, сука, трое РПшники, нахуй. Охуенно. Начало рабочего дня. Просто... Пам. Кайф. Ебать, сука, чмо.
Еблан. Просто пизда. Вот тайм. Для того, чтобы этого пидораса сняли. Но на РПГан, сука, там вся хуйня. Ебать, в натуре бомбануло. Ибо нехуй. Сука, чмырина, блядь.